Пожалуйста, очень вкусное мясо бакарское. Подходим, покупаем. Самое свежее вкусное мясо, пожалуйста. Подходим, покупаем, пожалуйста. Сосы, быстренько, пожалуйста. У вас очередь вообще ужас. Быстро. Короче, ребята, еще раз всех с Новым годом, всем привет. Для любителей погулять по Москве, в том числе по ВДНХ, такая небольшая информация. Короче, то, что вам сказал товарищ Собянин, и то там еще и же с ними демоны всякие из московского правительства, да хер бы там, парковка нифига не бесплатная. 100 рублей в час. Вот, пожалуйста, на ВДНХ. Сейчас покажу. Короче, московское правительство нас в очередной раз наебало. Вот, пожалуйста. Вот такая вот 100 рублей в час парковочка от московского правительства. Короче, все в недоумении. Ну, короче, вот так. Сами все видите, никто ничего не понимает. Ну что, ребят, поехали. Сколько лошадиных сил в аппарате? Понятно, честно. У него полный привод. 50, что ли? Полный привод? Да. Вообще красота. Вот эту рекламу нахер.
Шаурма теперь у нас так зовется. Пожалуйста, очень вкусное мясо бакарское. Подходим, покупаем. Самое свежее вкусное мясо, пожалуйста. Подходим, покупаем, пожалуйста. Сосы, быстренько, пожалуйста. У вас очередь вообще ужас. Быстро. We'll be right back.
Лошадки, видишь, это желание. Хочу много снега, вот там хорошее желание. Ну, варила. Нет, пойдемте дальше смотреть, пойдемте елочки смотреть. Какие желания.